Привет, друзья, и добро пожаловать, это Иван Боярышник и моя Муркинландия. Это часть, посвященная 40-м годам, вернее, тому, что за 40-е годы здесь изменилось. Вообще, конечно, на мой взгляд, 40-е годы — это очень интересный период, потому что это такие глобальные послевоенные изменения по всему миру, это изменение стилистики и автомобилей, и стиля людей, и стиля архитектуры, всего вообще повсюду. А что касается автомобилей, то это период массовой автомобилизации, которая затронула не только США и Европу, но в каком-то смысле Советский Союз. То есть та же самая Победа — это, по сути, первый автомобиль, который действительно создавали из расчета, что им будут пользоваться обычные граждане. В игре я, конечно, не скажу, что прям так уж супер чувствуется этот стиль. Здесь одни и те же дома 30-е, 40-е, 50-е годы. Из автомобилей 40-х здесь только Volkswagen Жук. Но, по сути, да, вот ездят старые Коломаги, эти Форды из каких-то 20-х и... То ли Ситроены, то ли еще что-то из 30-х. Не знаю, что это за круглая машина. Опять же, если знаете, то пишите в комментарии. По-моему, это Ситроен. Или Мерседес. Шут его знает. Он такой точно есть в музее, в Московском музее транспорта, который совместили с автомобилем. Сейчас мы находимся в Белозерске. Это третий по величине город моей Муркинландии. Это портовый город и один из тех городов, которые подверглись массовой перестройке. То есть я здесь перестроил исторический центр, собственно, зафиксировал его в таком вот прикольном виде. То есть действительно здесь есть где прогуляться, и собственно говоря, вот это все останется до конца игры, никто это не снесет, ну если только сам не захочу это снести. Собственно, по совету Алекса я увеличил коэффициент роста городов, поэтому города действительно стали расти. И, например, Белозерск решил расти на другую сторону реки. То есть здесь я построил только дорогу, но вдоль этой дороги вот уже понастроили домов, причем не только жилых, но и заводов. Пришлось даже пустить сюда автобус, который соединяет этот вот морской порт, знакомый вам по прошлым видео, с, собственно говоря, городом Белозерском. Автобус пользуется прям титанической популярностью. Вот, собственно, люди, которые его ожидают. Часть ожидает автобус, часть ожидает трамвай, но как бы автобус тоже очень популярен. В принципе, вы заметили в этом городе и по вводному видео, что у меня появились вагоны, американские вагоны PCC довоенного образца. По сюжету эти вагоны были поставлены еще до войны из США. Это подержанные вагоны из американских трамвайных систем, которые закрывались в 30-е годы. Но, соответственно, эти вагоны не могли попасть в порт из-за начала боевых действий. Корабли были блокированы, и трамваи простояли всю войну где-то там на складах. Когда война закончилась, они с гордостью прибыли в депо сразу трех городов, двух столиц и, собственно, Белозерска, где и вышли на линии. Это наш международный порт, который расположен на окраине города Белозерска, таком вот кусочке моря, которое здесь есть. Здесь сейчас конечный автобус городского, и люди сюда даже немножечко ездят. Вот. Но дело в том, что здесь люди только работают, а пассажиры в другие страны перемещаются из пассажирского порта. Белозерск вот там чуть дальше находится. Кроме того, здесь сейчас работает грузовая станция, куда подъезжают поезда, везущие уголь и нефть на экспорт. Уголь везется из поселка Корундово, из городка Корундово, нефть везется из каменских нефтепромыслов. К сожалению, мне неизвестен мод, который бы генерировал ресурсы. Поэтому я не могу реализовать импорт в страну. Например, я импортировал какие-то товары потребления, которых типа в маленькой республике нет, и так далее. Если вы знаете такой мод, пожалуйста, напишите мне в комментарии здесь, либо ВКонтакте, потому что он реально нужен. Возможно, он есть на каких-то немецких форумах или еще где-то. Вот. Но пока что у меня есть только вот такие вот бочечки, которые потребляют ресурсы. Это самый магнит для грузов, о котором я уже рассказывал, показывал. О, кстати, только что открыл интересную фишку. Оказывается, что если нажать на этот магнит для грузов, то можно превратить груз во что-то совершенно иное, например, в такую вот башню. Класс какой, да? А из других пограничных международных штучек у нас открылась южная граница, южный пограничный пост. Он находится за городом Зеленогорском, такая вот лесистая местность, где люди пешочком переходят границу. Сюда они добираются на пригородном трамвае, который я сюда продлил. Такая вот зеленоградская электричка, зеленогорская, простите. Вот здание таможни. Он, кстати, сама электричка. Только что увезла либо рабочих депо, либо каких-то туристов, которые прибыли в нашу страну. В Зеленогорске, в самом дальнем, самом южном городе страны, есть и другие изменения.
Во-первых, здесь появилась электрифицированная линия отсюда и до города Артемовска. Здесь находится электрическое железнодорожное депо, одно из двух на этой линии. Собственно, электропоезда ходят отсюда в город Гологонь. А с Гологонь они ходят на север в Артемовск уже. И плюс, по-моему... Да, по-моему, всего сейчас два электропоезда. Еще я планирую соединить станцию Гологонь, как узловую, с городом Корундово. Соответственно, с промежутком вот в этом вот поселке. Поселок в Гологонском машиностроительной фабрике. Но, к сожалению, эту фабрику ресурсы я поставить пока не могу, потому что железо вообще в южной части страны нигде не вырабатывается. А создавать еще одну цепочку искусственно, ну, это будет совсем уже нереалистично. Поэтому этот завод, он... На нем работают люди, но по факту он ничего не производит. Здесь также у нас есть еще строительный завод, завод цемента, точнее, из этих материалов цемента. Для меня нужен карьер, который я позже тоже открою, наверное, в еще одну деревню, которую я расположу здесь. И тогда здесь будет электричка, которая свяжет сразу несколько городов. И можно будет пустить дальняк в Белозерск, кстати говоря. Гологонская железная дорога сейчас это отдельная железная дорога. Она никак не связана с северной частью, то есть вообще никак. И на ней, по сути, все пассажирские поезда работают на электричестве. То есть это такая новаторская во многом железная дорога. Это электрички. И, собственно, поэтому в Гологоне, в который я изначально планировал пустить автобус, я все-таки пустил трамвай, потому что весь бензин сконцентрирован на севере, а здесь есть электростанция, которая стала получать уголь. Ну и, собственно, она питает города южного региона, и как бы тут грех не пускать электричество. Угля тоже хватает, поэтому паровозы пока что тоже работают, но, скорее всего, эта линия вообще прям первый кандидат на полную электрификацию. Поскольку трамвай здесь пущен в военные годы в суровые, ходят здесь самые отсталые, так скажем, вагоны. Это ха местного производства, муркинландского, патриотические. Ну, на самом деле, даже не знаю, наверное, стоит выдумать какую-нибудь историю в духе закрытия здесь трамвая через какое-то время, что типа он здесь не нужен, город на окраине. Кстати, есть кусочек исторического центра, в который уже встроился какой-то жук. Даже несколько жуков встроились. Как с этим бороться, я не знаю, потому что если у домов убрать вот эту вот галочку, которая запрещает им выравнивать ландшафт, то всякие жуки спокойно строятся. Ну, пока что мы на юге, скажу, что в Зеленогорске открылся, во-первых, второй трамвайный маршрут, на который вышли вагоны несколько производства, расцепили часть цепок, ходящих по первому маршруту, оборудовали моторами прицепные вагоны, и вот получили второй маршрут. Купить новые вагоны производства города Гота не получалось, потому что город Гота находился в фашистской Германии, с которой Муркинландия не поддерживала отношения во время войны. Вот. Соответственно, еще здесь открылся автобусный маршрут отсюда, от автобуса Зеленогорск. Обслуживается он, кстати, газиками. Это первый советский... Ну, на самом деле, не первый советский автобус, конечно, второй советский автобус, потому что еще ЗИСы были. Вот, ну вот послевоенный первый советский автобус, который попал в эту страну. Автобус ходит в деревню Хинкальная, или в станицу Хинкальная, как хотите. Такое горное поселение городах чуваков, которые производят навоз, как вы помните. Но им тоже нужно добираться до цивилизации, и добираются они на автобусе через горную дорогу. Здесь, кстати, ходят грузовики, которые возят навоз, ну, удобрения. Они тормозят мегаскоростные автомобили гражданские. Это наш любимый город Новгород, в котором, на первый взгляд, абсолютно ничего не поменялось. На самом деле, на второй взгляд, здесь особо ничего не поменялось. Здесь по-прежнему ходят древнючие петровиты, которые выглядят так, как будто они рассыпятся прямо сейчас. Здесь, кстати, судебекеры грузовые. Но это нормально, потому что, на самом деле, у меня чего только не ходит. Вот, например, это устарел автобус щекинский. Даже... Новгородский, кстати, автобус устарел, забавно. Прям только приехали в Новгород, он устарел. Вот, автомобилей очень много разных ходит. То есть зависит, на самом деле, от предпочтения, от того, возят ли они конкретные грузы и так далее. Поэтому тот же Студебеккер это вообще ни о чем не говорит. Другое дело, что Новгород обзавелся своими несколькими пассажирскими линиями, которые ходят на вокзал. Вот этот вот поезд, который ходит под тепловозом советским тепловозом Т-2 и стандартными для моих железных дорог четырехосными пассажирскими вагонами сидячими, он заменил старые добрые скунсы. Последний скунс сейчас стоит на конечной станции этой линии в городе Дромкино. И вот он стоит здесь на вечном приколе. Так сказать, дымит. Иногда сидит какой-то мрачный хрен, просиживает, но это так, издержки.
Вот. А само все Дромкино, оно несколько, так сказать, разрослось. Это теперь большая узловая станция на 4 пути, и здесь проходят сразу 3 поезда. Во-первых, сюда это, конечно, электрички до него Дромкина. Да, из старого доброго Щукинского вокзала появился второй маршрут электрички. И здесь кончается электрифицированное ответвление от вот этой вот линии электрички. Эта линия, напомню, до него Щукина историческая. Вот. А также здесь останавливается дизель-поезд, который связывает Новгород и Дойноньих-Бург. Причем это не просто дизель-поезд, а это такой лакшери дизель-поезд венгерской постройки, предок поезда D1, который называется, по-моему, ну, вот мы сейчас посмотрим, как он называется, потому что на нем написано, называется ДП-1. Интересно, что в отличие от вот этого дизельного пригородного поезда D1, этот поезд это такой вот делюкс, на самом деле, сегмент. Совершенно лакшери, потому что он купейный, и он работал на линии Москва-Санкт-Петербург. Такая юность, наверное, или аврора своего времени. И у меня, соответственно, он работает, ну, он связывает, скажем так, северную столицу Дойноньих-Бург с не самым, конечно, роскошным городом Новгородом, но, по крайней мере, это самый длительный пассажирский маршрут по времени следования, поэтому купе здесь уместно, как мне кажется. Так, поскольку мы прибыли в старое доброе Щукино, самое время зайти в паровозный музей, в котором пока что только 3 экспоната. Это паровоз американского производства, паровоз немецкого производства и паровоз тоже, по-моему, немецкого производства австрийских железных дорог. То есть это те паровозы, которые массово закупались в Муркинляндию в качестве грузовых. И, в принципе, какие-то из них до сих пор используются. О, кстати, да, еще один прикол. Это так называемый трофейный паровоз. Такие паровозы немцы строили массово в военное время. Такие паровозы собирались на всех паровозных заводах, в том числе на оккупированных территориях. Так, как М52, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Или МГ-52. Не, МГ-52 это звучит как пулемет. Ну, короче, да, эти паровозы, как бы, они есть во всех которых играх про войну, и огромное их количество досталось в качестве трофеев Советскому Союзу. Есть такая легенда, не легенда, но ее рассказывают иногда в музеях и на выставках, о том, что в Москву и Ленинград эти паровозы никогда не ходили, чтобы не злить местных жителей. Вот. А вот в Калининград они вполне ходили, товарищ Кенигсберг, которых мы принимали в Калининград, и, по-моему, такой паровоз там тоже стоит в музее, если мне память не изменяет, по-моему, я его там видел. А здесь даже остался нацистский орел, но ему вместо свастики пририсовали милое сердечко. Собственно, одна из причин, почему этот паровоз у меня здесь работает. Вообще, по-моему, прикольно. Вот это как, знаете, взять портрет Гитлера и даже не знаю, чем приделать. БР-52 этот паровоз называется, естественно, как и, в принципе, паровозы немецких железных дорог. А по-русски называется Т, серия Т. А паровозы, кстати, строились еще до 50-го года, ну, как бы в Советском Союзе они массово эксплуатировались, потому что мы банально их позахватывали во время наступления. В Московском музее, кстати, такой паровоз есть, если что, на Рижском вокзале, который расположен. Прикол этого паровоза в том, что немцы на самом деле их собирали очень некачественно. Это был паровоз, рассчитанный на массовую постройку, быструю. И даже, допустим, когда они отступали, они эти паровозы часто просто кидали с путей, чтобы пропустить эшелоны, и совершенно их не жалели. То есть это такая, ну, не очень хорошая иллюстрация для немецкого качества. Вот, это северная столица Дойноньих-Бург. Здесь, в принципе, ну, понятно, что здесь появился исторический центр, такой довольно обширный. Тоже появились вагоны PCC, здесь они в такой вот целиком кремовой окраске. Появился вот такой вот пивзавод здесь, ну, на самом деле, частично он здесь сам стоял. Это был кусок промзоны почему-то в историческом центре. Что здесь еще такого интересного? Вокзал здесь тот же самый, хотя грозился его перестроить Дрезденский, но, по сути, не сделал этого. Здесь ходится... А, нет, это скоростной какой-то паровоз. И красного цвета у меня столичные экспрессы. Хотя, по сути, вагоны тоже просто четырехосные. Есть даже еще старые вагоны под летучим шотландцем. Но вот эти вагоны уже доживают свой век, потому что это вагон начала века, по сути. Изменились, конечно, электрички. Вот здесь ходит такой вот Interurban, тоже поставленный по ленд-лизу. Подписался на железную дорогу. На самом деле, просто я не подписался на советские электрички, и у меня был провал между вот этими бакинской этой электричкой и, соответственно, нормальными советскими северными электропоездами. Вот. И пришлось закупать американские вагоны. Но, слава богу, я спохватился и подписался на вот такие вот замечательные
советские вагоны, которые входят в красный поезд, входят на линии Дромкина. На южных линиях работают более ранние поезда времен войны постройки. Вот такие вот, фото хорошо слышно по специфическому звуку. Фирменные цвета южной железной дороги зеленые, поэтому электрички здесь тоже зеленого цвета. Этот поезд только что прибыл на станцию Артемовск. Городок, который я построил во время стрима целиком, посвящен чуваку по имени Артем, который описал интересную историю, альтернативную историю участия Нордландии во Второй мировой. И поэтому здесь стоит такой вот танк Т-34, героический. Памятник героям битвы за Артемовск. Также здесь ходит сверхпопулярный автобус. На самом деле надо выпустить сюда побольше подвижного состава. А то, конечно, народ тесновато. Вот. Это, кстати, южная конечная электрических линий из Дейнониобурга в Каменец. Электрички прибывают не в сам Каменец, который расположен, конечно, повосточнее, а на Каменецкие фермы. Здесь конечные трамваи, поэтому это на самом деле довольно популярная пересадочная станция. Очень популярная пересадочная станция. Вот. Так что сейчас северные линии электричек идут от Щукинского вокзала в Дейнониобурге, доходят вот сюда вот. А альтернативная линия идет в город Дромкино, который я уже показывал чуть раньше. Что касается скалеек, если они вас сильно волнуют, то да, ничего не поменялось. Это, по сути, по-прежнему узел из дейнониобургских вот этих вот, в смысле, каменецких ферм. Вот линия на спиртовой завод, грузовая линия везучая хлебушек в Каменец. И, соответственно, вот здесь вот дровяная линия на одинокой лесопилке, которая идет в Артемовск. Ой, в Артемовск, простите, в Амвросиевку. Амвросиевка называется место. С Амвросиевки здесь ходит скалейная электричка, которая, ну, или как бы скоростной трамвай, который, по-моему, даже потихонечку кто-то начинает им пользоваться. Хотя, на самом деле, конечно, это уныние. Надо этот вагон отсюда снять и отправить на обычную трамвайную линию. Благо, что эти вагоны есть и в виде трамваев, и в виде электричек. Вот. Ну и здесь, конечно, по-прежнему есть грузовая скалейка. Большинство паровозов на узких колеях я заменил на вот такие вот тепловозы. Но сейчас, когда в Steam появился отличный паровоз чешского производства, который использовался в Китае и в Советском Союзе на узкой колейке, я буду менять паровозы на него. Тем более, что производился он чуть ли не до середины 50-х, что ли. Кстати, хорош посмотреть вообще, есть ли он доступен для этот паровоз. Или я уже все профукал? А нет, вот он. Отличный. Да, у него, по-моему, даже ограничений нет. То есть он просто производится с 49-го, с 50-го года, и можно им наслаждаться. Класс. Давайте я скажу пару слов о Каменце, и, может быть, попробуем этот паровоз в деле. А Каменце действительно буквально пару слов. Это, по-прежнему, столица. Здесь теперь такой огромный, роскошный исторический центр. Этот вокзал, в принципе, тоже особо не изменился, но за вокзалом возник целый район, он тоже застраивается абсолютно автоматически. Люди сюда въезжают. И здесь также стоит большое трамвайное депо новое. Старое тоже сохранилось, но как-то его особо не использую для закупки вагонов. И да, здесь на линию тоже выпустили PCC в местной окраске, кремово-красный. По двум ходят они в основном на, здесь на кольцевом маршруте, на пятерке. И, по-моему, встречаются на единице. Я им заменил последние из старых швейцарских вагонов. Вот. Ну и, естественно, да, еще в Каменце появились автобусные линии. О, божечки. Да, трамвай, конечно, очень популярен, метро его заменить пока не смогло. Вот, автобусы ходят в пригороды, то есть вот дачный поселочек небольшой. На лесопилки кресты, обслуживают работников депо и так далее. Вот здесь разъезжают. В основном там, где нет трамваев и метро. Вот, метро, ну, такое себе. То есть, конечно, какие-то люди начали ездить, но, учитывая вместимость метро, наполняемость пока не очень хорошая. То есть я надеюсь, что с развитием города люди сюда потянутся. Пока что есть по-прежнему выпуск по составу на каждую сторону, ну, на каждый путь, который исходит по часовой и прочасовой стрелке.
Может быть, потом сделаю еще радиальную линию с востока на запад, чтобы заменить, собственно говоря, второй трамвай функционально. Вот, мне кажется, что она будет пользоваться популярностью, особенно если станции проложить где-нибудь в центре. Ну что, вот такой вот этот паровозик. К сожалению, почему-то гондолы у меня еще не появились для угля, я пришлось ему цеплять непонятные гигантские вагоны, которые у меня до этого были за узкоколейные. Паровозик, конечно, действительно совсем... Совсем-совсем маленький. Вот, причем потому что его делал китаец, конечно, как-то он... Тем не менее, кажется, что цифры китайцы тоже используют обычно. Вот, ну, в общем, как-то он не очень качественно нанес сюда буквы за наперед, но в том случае это лучше, чем ничего. Ну что ж, ладно, давайте на этом заканчивать видео. Спасибо, что посмотрели, следите за развитием моей страны. В ближайшие пару недель, наверное, у меня не будет времени на стрим или на такое вот большое видео. Может быть, выпущу какую-нибудь мелочь, потому что, ну, тоже буду занят делами. Но как только появится возможность, я проведу стрим и, возможно, кстати, по Transport Fever. Вот, следите за новостями, подписывайтесь на группу Transport Games, я ее админю, и, по сути, если вы хотите найти меня или что-то мне сказать, то пишите прямо туда. Вот, ну, ставьте лайки, потому что чем больше лайков у видео, тем оно выше, тем больше людей его найдут, посмотрят и узнают, какой я, не знаю, замечательный. У меня будет приятно. Да.